30 июня, сейчас у нас 2 часа дня, мы проснулись где-то в 12:20, 12. Я вообще рано проснулась, потому что дедушка пришел к нам домой, и я не ожидала этого. Он такой, типа, блин, твои же документы у тебя. Короче, не суть, ему нужен был мой паспорт, вот. И, собственно, я проснулась пораньше Карины, лежала в контакте, сидела. Лежала в контакте. Короче, вы поняли. Сейчас мы спустились вниз, на первый этаж в ресторан, в кафе. Заказали себе капучино с Кариной, чтобы проснуться, потому что мы вчера очень поздно легли. Классный фото. Вот. А сейчас мы покушаем. Мы заказали себе еду. Я взяла себе чизбургер какой-то. Карина взяла себе сэндвич. Сейчас попробуем все это. Еще мы по салатику взяли. Так что я вам покажу, какую еду нам принесут. Надеюсь, это будет вкусно. И я еще сижу тут, короче, фото всякие делаю. ВКонтакте, короче, взяла свой ноутбук, потому что мне надо работать. Вот так, сижу, работаю. А у вас как дела? Ладно, вернусь попозже. Короче, мне принесли мой чизбургер. Надо было все-таки без сыра брать, зачем я Карину послушала? Нормально. Можно счет, пожалуйста? Это сырочек, который я сейчас сниму. Не буду. Еще котлета подгоревшая. Карина, я это жрать не буду. Мне не нравится этот запах. Почему я должна это есть? Зачем мне это надо пробовать, если я не хочу? Короче, вот что мне принесли. Зачем-то обосрали мне кетчуп какой-то белый. Чуть-чуть, сметаной. Убери лишку салата, если советую. Сейчас я себе гамбургер сама приготовлю, Павел. Я не умею. Итак, помоги, пожалуйста. Сейчас я вот это все положу на котлетку. Да. Я знаю, я умею готовить гамбургеры или что это, чизбургеры. Но везде пихают салаты. Посмотрите, сколько везде салата этого. Вот так. Да, салат. Очень вкусно, мне понравилось, почему? Ну, как сказать? Обидно. Ну, сейчас попробуем. Главное, чтобы ей понравилось. Давай, Го. Это точно можно забрать. Нормально? Ну, вообще да, котлет нормальная. Фух. Нормально. В принципе, нормально. Я рад, что ты хоть что-то поешь. Я забил говно. Ну, я поем. Короче, ребят, мы покушали, зашли домой, сейчас мы собираемся пойти погулять. Хотя у нас был дождик, вообще погода у нас отвратительная, холодно. То есть вот мы так вот одеты вообще. Приехали в лето, да. Я уже в своем инстаграме один писала, ура, я приехала в лето! Нет. Погода отстой. Сейчас пойдем погуляем, пофотаемся, конечно же. Даже надо тут пройти. Черт. Че, можно покататься на велике? Или погода нет? Да да ну, не хочу. Вообще фан-встречу можно замутить. Но не сегодня. Надо написать, когда. Мы хотели поехать в парк аттракционов. Но погода дерьмо. Могу разлюбить. Это не петушки, это павлины. Серьезно? А вот этот на петуха похож. Гигри. Привет. Дай мне свой хвост. Раскройся, девочка. Это парень. Парнишка, нет? А, не знаю. Я не уверена. Юля, а ты понимаешь, да, что мы это слушаем на полном серьезе? Да, и мне очень нравится. Я меломан. Мне нравится Николай Басков и Натали, да. Блин, какие кисочки там? У меня один такой, я его не люблю. У него даже имени нет, прикол. Серьезно? А мы наших называли? Ну, мы тоже сначала называли, а потом мы их столько поменяли, что... Поменяли. Нравится песня, ребята? Они сейчас такие...
Потахотик. Блин. Я боюсь не сбить. Что там так снять? Чмо. Блин. Я просру. Чмо. Ну ладно, было весело. Так, что еще, что еще? Дарт давай. Давайте вот в это. Весело? 5 шарик попаза, куда пришел? Да я не попаду. Чмо. Блин, это несправедливо. Идеально. Опа. Один. Все, я уже не выиграю. Черт. Ну, бывает. Сколько раз мне надо сбить? 9 надо. Ну, то есть один промах у тебя. Вот верхняя точка здесь. Ровно посадить вот здесь. Это плеч посадил. Вот так. Нет, вот так. Все. Здесь верхняя точка цвет. Пять пальцев. Почти. Вот это верхняя точка здесь, положила здесь. Здесь ровно, точно, под яблочки. Блин. Я должна хоть разок попасть. Я поняла, как делать надо. Как? Там обе штуки должны смотреть на точку. Так я тоже так делала? Не одна, а обе. А, папа. Я тоже стреляла? Да, да. Главное не победа, главное участие. Я тоже так считаю. Второй, первый. Попала? Да. Не новая. Сейчас я расскажу историю о том, какой я лох. Короче, мы только что кидали дротики. Карина... Ой, ёп. Карина попала все 5 раз и выбрала в приз вот эту маску дебильную. Ну, там были как бы прикольные игрушки, но они все грязные и вонючие, наверное, им лет 1 000 000. Вот. Я, короче, потом тоже бросала, и в итоге я что-то как-то промахнулась, в общем-то. И чувак меня пожалел и дал мне игрушку. Теперь я чувствую себя жалкой. Вообще, да, я тоже думала, что ты косая, капец. Оказывается, это я касаю. Да? Дружба. Я предлагаю полежать на камнях. Я не буду лежать на камнях, я не настолько больная. Я вообще не понимаю, зачем лежать на камнях. Потом на пляж, походу. Меня, кстати, какой-то муравей, походу, укусил в ногу. Я не знаю, сегодня мазь покупала. Вот, и поэтому я не особо хочу валяться на камнях, чтобы меня там еще муравьи покусали, в попу заползли. Ладно, все равно предлагаю пойти на пляж, у нас еще не было фотки с пляжа. Да, пойдем. Подарил мне это в знак того... Нет, он подарил мне это для того, чтобы я всю жизнь думала о том, что я жалкая. Блин, так приятно. Я кстати, думала об этом. Типа, то, что он мне даст? Мы не попадем, я... Ну да, мы там столько бабок просрали. Ну да, сколько? Да это чисто по фану поприкалываться, знаете, это даже больше не... Типа там выиграть что-то обязательно и вообще покончить жизнь самоубийством, а просто по фану... Просто это интересный сюжет для вложек. Да. Это даже больше так называется. Блин, надо было чипсоиды из дома прихватить. Такие же булыжники, а? Просто очуметь. Может, камней домой привезти? А нормальная тема. Вау, какие волны огромные, капец. Ты посмотри. Обалдеть. Ну, чума. Я подаю на развод. Давай, подавай. Я разрываю контракт. Давай, разрывай. Мы не подходим друг другу. Мы разрываем.
на море. Мы не купаемся, к сожалению, погода отстойная и дождь идет. Далеко. Короче, капец какой дождь. Он меня раздражает, этот дождь. Он очень маленький и противный, его очень много. Сейчас уже 8:30 у нас. И мы все время сидели дома. Сходили по бульвару немного погуляли. И все остальное время мы сидели дома. Потому что погода была отвратительная, был дождик. Вот когда мы выходили на море, было вроде нормально. Потом пошел дождик, мы такие быстренько побежали домой. Пришли домой, сидели дома, смотрели телек. Слушали всякий бред. Короче, ребятки, нам принесли кальян. Конечно, мы его курим. Но хочу сказать, что я уверена, что меня очень много смотрят детей. И кальян это не полезно, разумеется, как и все, что курится, пьется. Но мы так расслабляемся, нам нравится. Кальян это плохо, дети. Если вам нет 18 лет, лучше не курить кальян и лучше спросить у родителей. Потому что вы, наверное, думаете, господи, наверное, твоя мамка тебя убьет за то, что ты куришь кальян. Моя мамка знает. И папка, все мои родители знают, что я курю кальян. Я курю его редко и в основном только на отдыхе и типа когда хочу расслабиться. Потому что, ну, мне нравится, почему нет, я считаю себя очень взрослой. 17 лет. Поэтому мы сейчас, наверное, пойдем погуляем ночью. У нас темно на улице. О как. Пойдем, наверное, в магаз сходим, если какой-нибудь магазин работает и открыт. Купим молока. У нас дома нет молока. И вообще я бы хотела домой что-нибудь вкусненькое купить. Может быть, даже фруктов, если что-нибудь работает или открыт. Ну, вы поняли, короче. Вот, такие у нас делишки. Я знаю, что этот влог получился очень скучным, потому что мы за сегодня ничего полезного и интересного не сделали. К сожалению. Вот, сейчас мы сидим, переписываемся со своими друзьяшками в WhatsApp, занимаемся всякой фигней. Все это надоело, хотим уже веселухи и лето. И солнце. Вот, завтра у нас большие планы на день, потому что завтра погода вроде как должна быть хорошая, солнышко должно быть, поэтому мы встаем в 12 и топаем в бассейн, загорать, купаться, делать крутые фотки, потому что, блин, это срочно надо делать, ибо тут погода очень непредсказуемая, она может испортиться в любой момент. Так что вот, завтра мы по-любому идем купаться, загорать, а потом, возможно, поедем в парк аттракционов, если погода будет без дождя. Но вроде как передают по прогнозам, что не будет дождя. Дай бог. Вот. Мы думаем лететь 4-го, потому что, ну, как бы тут уже делать нечего. И погода вот завтра и послезавтра должна быть хорошая, а потом опять дожди и отстой. А нам хочется чего-нибудь веселенького, хотя в Москве, я уверена, делать тоже вообще нечего. И там погода еще хуже. Вот так. Ну, там хотя бы влоги загружать можно. Хотя, честно, вот я сейчас думаю, что делать в Москве, вот реально. Да нет, тут классно, просто очень раздражает то, что тут погода плохая. Все идеально, но погода... Да, погодка, конечно, поднасрала. Ладно, сейчас мы уже будем просить счет и валим гулять. Вот. Короче, ребят, мы с Кариной уже дома. И, наверное, на этом все, потому что мы уже ничего интересного не делаем. Просто сидим во всяких контактиках, всяких твиттерах, смотрим, что новенького, прикольного. Сейчас будем обрабатывать вложики. Вот. Так что, вот такие делишки. Давайте, ребятки, спокойной ночи или доброе утро. В общем, покедова.